Кто лучший майнкрафтер, а? Кто лучший майнкрафтер, а? Кто лучший майнкрафтер, а? Кто лучший майнкрафтер, а? Что, посмотри, готовы? Готовы приступать? Давайте! Поехали. Мы готовы! The map is beach. У меня открытый новый рецепт. Кэмпграунд, кэмпграунд, чекайте. The map is beach, вот смотри. Или Nether Tunnels. Кэмпграунд. Видал! Видал! Четырёга, четырёга просто, ё-ё-ё, четырёга, хорошо. Он знает то, что мы не знаем. У него зуб мудрости выпал и зуб рандома вырос, понимаешь? Зуб рандома? Зуб рандома. Зуб рандома. Бега, молочные зубы выпадают, вырастают. Пацаны, я вам зуб... АА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  Кто-то из нас умрёт, зуб дают. Что АА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 А Как сюда, Игорь? Я даже... Хотя нет. Я не знаю, я не понял. Просто подожди, всегда Жека умирал от гастов, да? Меня эта котышка пролетела, понимаешь? Я пытался их просто отбить, а не спешу. The map is... Да ядрите колотить. Заколдовал эту карту, заколдовал. Так, я сейчас думаю, будет Get Inside. Как вы думаете? Да. Ёп, ты меня напугал, Игорь, что такое? Я не знаю, зачем ты в моей голове? Зашибись, я проиграл. Зашибись. Отлично. Ну это читерная фигня. Ура, Игорь! Нет! Жека! Ай-яй-яй! Я вернусь. Отлично, просто отлично. I'll be back. Главное, ты с лайком тонул, да, сверху? Лайк. Да. Лайк поставили все? А, ну тогда хорошо. И сейчас опять будет кэмпграунд, мы баним Жеку, Игорь. Мне кажется, его надо спалить на костре. А, нет, ну ладно, нет, все тоже нормально. Пойдет. Я думал, уже пора на костер, короче, пока Жан. Ну пошел отсюда, ты что? Не разрешали залазить. Это мой дом. Ты кто такие? Я вас не звал. Дебил! Дебилус! Придурус! Придурус, дебилус! Придурус, дебилус! Давай на камеру живу! Не понимаю, что. У меня плюс один коин, если что. Да, вот я смотрю на с этого со своего дерева, что у меня друзья немного дурочки. У меня три коина. У меня не два, у меня три. Жека быстрее умер, чем я. Что, у меня тоже два? А мне просто один не зачитали, у меня три. Мы с тобой мгновенно умерли. Нет, ты раньше умер. Ой, не, давай, Александр, со стороны, я как судья готов взять на себя ответственность, что вы реально умерли. Тупо одновременно. Тупо. Ну ты, конечно, тупо. Get inside! Летаем, летаем! Не полетали, мы не полетали. Это нечестно, ёпта, нечестно. Ну хорошо. В следующий раз реально камень, ножницы, бумага. Ну я хотел тебе сказать, ты нажал на респаун. Я понадеялся, что ты честный джентльмен. Я к тебе просто еще раз в комнату забегу, и мы будем с тобой в камень, ножницы, бумага играть. В следующий раз так и будет. Если мы... Да что, нет, нет. Что вы все ко мне вообще пристали? Можно я тихо поиграю спокойно? Пожалуйста. Хватит драться, это мое дерево! Вы будете сраку. Забирайте свое дерево, мне оно не нужно, все. Газ, я считаю, деньги не стоят. Изи. Уа-уа. Гаста затащили, просто затащили. А ты бич. Чего? Шугун ты. Слышь ты. Дебилы. Дебилы. Точно дебил. Ага. Ага, все с вами понятно, пацаны. Пошел вон! Паскуда, паскуда! Я тебя сейчас убью! Я тебя убью! Я тебя в Бердянск! Я к тебе в Бердянск приеду! Ухуй, деловой, я даже к тебе лезть больше не буду, Игорь. Хорошо. Зима писалась, пацаны. Так, я пошел смотреть свой ролик, если что.
Ладно, я с тобой. Ой, ты байтер, посмотрите на него, байтер. Ай-яй-яй. Мы сейчас опять будем смотреть в черный экран и такие типа, ой, мы же бот реборовали. Какой? Чё? Ну иди сюда, Жека, вот иди сюда, иди сюда. Давай, ну давай, садись, садись возле меня, садись. Ну давай, я тут постою. Нет, ты садись возле меня. Ну сядь, я тебя сейчас забаню. А ты мне бошку отрежешь, давай, нормально. Сядь сюда. Давай ты мне бошку. Ладно, ладно, хорошо. Вот смотрите, видите, у нас идет ролик. Не вижу, собака проклятая. Вот там ролик. Идет ролик, вот прямо сейчас идет ролик, нажимайте. Вот там, вот он там шел по этой подсказке, нажимайте. Это Жека недавно посмотреть, нажимайте по подсказке, дебил. Вот Эдисон наркоман проклятый. С этими бусурманскими темами Эдисон вообще капец. Главное на улице так никому не говорить. Как? Типа, посмотрите мой ролик, посмотрите, он вот он здесь идет, посмотрите. Подсказки. Подсказки. Вот здесь подсказка. Только хоть с табличкой подсказка, вот этот ролик. Нажимайте на подсказку. Что ты ко мне идешь? Ладно, смотрите, а что там такое? Я такого даже не видел, что это такое. Что это такая зеленая жижа? Зеленая жижа там? Ну видите, вон там. Далекая прорисовка стоит. Не, ну реально, включите, видите, там какая-то странная фигня. Да, я говорю, зеленая жижа, а не. Ничего там нету, обманщик! Обманщик! Смотри! А ты еще вспомнишь, что у него скорострелок дохренища патронов было, еще за это ему нужно нашмонать. Иди сюда! Я в чем виноват? Иди сюда, предатель. Я сейчас в шоп пойду. Голубой, предатель. Иди сюда. В смысле голубой, я не понял. А ты волосы свои покажи. Вот, видишь, коричневые. Угу. Мы это знаем всю правду. Да, Игорь? Да. Да, Жека. А волосы-то на жопе не покрасил? А подмышки покрасил Жека? А? А прикинь, реально синие подмышки. А он нам, может, просто не сказал. Дико вообще было бы. Ты прикинь, он такой, это хорошая идея. И на волосы побриться, понял? А в подмышках отпустить все и говорить, это баланс. А если джунгли свои покрасить? Джунгли? Что скажешь, что такое? Я буду красный. Ты зеленый. Это будет ракета. Понимаешь почему? Потому что будет все синее. Типа это небо. Ну короче. Господи. Это вырежем. Ну просто люди не поймут. Только истинные поймут. Иди ты в жопу. Мне кажется, этих истинных намного больше, чем ты думаешь. Ну опять, дебил! Мы сейчас опять вдвоем умрем. Ну все, я уже. Как у вас там дела? Окей! Давай. Камень, ножницы, бумага. Окей, давай! Камень, ножницы, бумага, раз, два, три! Камень, ножницы, бумага, раз, два, три! Изи, Игорь, я затащил, понимаешь? Говно! Падла! Ублюдок мастеру! Ладно. Ты понимаешь, Игорь еще 2 коина уже получил? У меня уже 12 коинов, пацаны, осталось 2 коина. Бердянск, Бейрот! Ты куда бежишь? Игорь, я тебе говорю, что ты бич. Что ты головой ударил за парасольку, да? Парасольку. Пошел вон, и ты пошел вон. Все пошли вон, пошли вон! Так, Игорь, ты первый, респавн нажмишь. Все, нормально. А вы можете мне объяснить, почему он так лагает сердце? Да, было такое. Ладно, хоть Бердянск пришлось ехать. Согласен, это было вообще жесть. Команды полные экипали. Бердянск. Кем в жопу, Эдисон? Эдисон, мне так нечестно, Эдисон, успокойся. Ты умер первый, я видел, Игорь!
Давай на камень, нож и бумага. Куда? О! Что такое? А мне дали три коина. Как? Мне дали три коина. Чего это сейчас было? Мне дали три коина, нормально, мне все нравится. Мне все нравится. У меня 15 уже, пацаны. Да, у тебя, Игорь, 13. У тебя 12. Не, реально, а сколько у вас? А, у Игоря 13. У Игоря 13. У меня 12. Как ты проверил это, дебил? Потому что я умею считать, Игорь. Ничего ты не умеешь. А у тебя сколько, Эдистон? У меня 13. А что у меня меньше всех, я не понял. У меня дали только что 3 коина, у меня все равно меньше всех. У тебя 13, у Ник, что ты, конечно, вообще. Я улетел прям. Нифига ты улетел. Джир отлетал. Нормально, мне понравилось. Я Маугли, пацаны. А что мы ролик не посмотрели? У меня 14 коинов. Ты потому что мне мешаешь. Ладно. Вот непутевый Эдисон вообще. Я Незер кинулся. Незер кинулся, Игорь. Пацаны, прыгайте в лаву. True story. Cool story, Bob. Иди отсюда, я сказал. Иди, давай, проваливай. Я вам говорю, тут нужно в лаву прыгать. Ух ты, ёпта. Говно, давай с тобой драться, иди сюда! Пошел в пень! Ой, Игорь! Игорь! Там у нас проблемки, Игорь! Какие проблемы? Ага, хотел меня убить, да, ублюдок, а ну иди сюда, мать, то это сам убью! Дебил. В общем, сколько у тебя коинов, Игорь? 15. У меня тоже 15. Ну все, Жека лох. Жалко Жеку. Лошара. Лошары, все, мы Ваня, лошара. Прыгай, Жек. Ребята, ставьте, пожалуйста, лайкусь на эту серию, если вы хотите продолжение лучшего Майнкрафтера. Если мы наберем 20 тысяч лайков, я обещаю то, что сразу же выйдет следующая серия с этими дебилами, друзьями моими, я их так называю. Подписывайтесь на канал, всем спасибо. Нормально. За просмотр, всем удачи и всем до свидания. Пока. Алло, кто меня убил? Ну, у меня 18 коинов, хорошо.